Всем доброе время суток, друзья. С вами на связи снова Фокин Евгений. И сегодня я хотел бы поделиться информацией, как же все-таки я приглашаю друзей в социальных сетях, а также принимаю заявки от тех, кто хочет со мной дружить. Почему я решил записать это видео? Потому что это тоже немаловажно в нашем деле, потому что некоторые люди добавляют друзей и тупо они у них добавляют их, побыстрее добавил и все, никто никому ничего не пишет, и в итоге, как бы, возможно, этот человек может стать вашим партнером, но он не станет, потому что вы его тупо добавили и не пообщались с ним и даже не узнали, чем он занимается, то есть не познакомились с ним. Поэтому я предпочитаю со всеми людьми знакомиться и все заявки как бы обрабатывать нормально, а не тупо добавлять, лишь бы они не висели в друзьях. Да, это долгий процесс, если, допустим, к вам набивается очень много друзей, но зато этот процесс может привести результат, нежели чем мы просто людей добавим, да, и они у нас будут в друзьях. Возможно, мы им когда-то и напишем в списке, зайдя в список друзей, но это будет когда-то, а нам нужно строить бизнес сейчас, да, и мы хотим, допустим, с контактов извлечь какой-то результат, ну или по крайней мере познакомиться, это самое главное. Я люблю знакомиться, я люблю общаться, и я предпочитаю знакомство, чем нежели там просто добавить человека и даже не узнать, кто он такой, или же тупо ему написать спам, или тупо ему написать, рассматриваешь предложения какие-либо по бизнесу. Я так не работаю, я предпочитаю знакомиться, потому что холодные контакты – это холодные, а их нужно превращать в теплые. Итак, давайте я вам сейчас покажу, как я это делаю. Вот у меня 5 заявок в друзья, я специально не стал их добавлять, чтобы показать видео, как я это делаю. Заходим в заявки друзья, и как мы видим, у нас вот люди, которые хотят к нам добавиться, друзья. Вот давайте посмотрим, например, вот эта женщина, да, она у нас вот сейчас в сети. Давайте мы откроем ее страницу, пока не будем ее добавлять. Посмотрим. Для начала, когда мы заходим, для чего это делается? Чтобы посмотреть, чем человек занимается, что он из себя представляет, чтобы в будущем хотя бы знать, о чем с ним разговаривать. Интересует ли его, например, бизнес в интернете. Как мы видим, здесь очень мало такой информации, но, насколько я знаю, вот, Winners Academy, Академия Победителей, это относится к сетевому маркетингу проект. Вот также видно, видите, MLM, то есть человек, можно посмотреть, какие вот у него здесь интересные страницы. Если посмотреть, то есть человек занимается, получается, вот Догвен, да, всем нам известный. То есть человек занимается этим сетевым маркетингом. Значит, мы добавляем человека в друзья и обязательно мы пишем ему. И человеку нужно писать что? Нужно писать приветствие и благодарность. Почему? Потому что человек это такое существо, он любит, когда ему благодарят, как сказать, приятно что-то ему говорят, то есть, ну, любят приятные слова, то есть пишем приветствую, можно написать, в принципе, приветствую по имени, да, Людмила, можно написать приветствую коллега, например, приветствую коллега и пишем рад знакомству и дружбе, рад знакомству и дружбе, все, отправляем сообщение. Мы поприветствовали человека, и мы рады то, что мы с ним теперь будем дружить. И он тоже будет с нами дружить. Заходим. Так, закрываем. Здесь можно, в принципе, обновить сейчас. Вот. Теперь у нас осталось 4 заявки. Вот тоже человек у нас в онлайне. Давайте тоже сейчас к нему перейдем и посмотрим, с чем он занимается. Вот, карьера и деньги, он занимается, видно, что он занимается ставками, ну, чем-то тут вот еще. Ну, в общем, его интересуют деньги, грубо, тоже, его интересуют деньги в интернете, ну, или способы заработать. Также по общим друзьям смотрим, то, что есть общие друзья, значит, соответственно, наш человек. Значит, добавляем его. Вообще, я советую, в принципе, добавлять всех, потому что никогда друзья лишними не бывают, потому что
Это база людей, даже если человек не интересуется бизнесом, все равно я лично мое понятие, я добавляю всех, чтобы у меня аккаунт как бы был прокачанный на количество друзей, это как бы он может получать популярность и быстрее как бы мои посты везде будут видеться, большим людям точнее, и это возможно даст результат. Итак, добавляем друзья его, пишем ему тоже здравствуйте. Здравствуйте, напишем ему спасибо за дружбу. Спасибо за дружбу. Вот так, ему напишем вот так. И отправляем сообщение. Дальше, третья заява. Давайте следующего человека теперь зайдем в друзья к нам. Вот этого паренька. Видно, что он занимается Galaxy Mate компанией, да? Тоже сетевая компания, поэтому... Вот видите, человек нам уже что-то здесь написал. Сразу же. Я сейчас расскажу вообще, для чего мы это делаем. Все. Вот добавляем его также в друзья, пишем ему. Приветствую. Рад знакомству и дружбе. Итак, сейчас зайдем в мои сообщения. Я сейчас объясню, для чего я это делаю. Это делается для того, чтобы начать вести диалог. Если мы, допустим, человеку отвечаем вот таким способом, он в любом случае нам что-то ответит, потому что мы его поблагодарили. А на благодарность люди в основном отвечают. Это на спам они не отвечают. 95%, что люди отвечают на такие сообщения, приятные которые. И поэтому человек, получается, у нас нам ответит. Или взаимно. Ну вот, например, давайте я сейчас приведу, вот с человеком я общался недавно. Вот он ко мне добавился, когда буквально сегодня. И я ему написал: «Здравствуйте, рад знакомству, дружбу». Он мне пишет: «Привет, взаимно». Вы видите, человек в любом случае вам ответит на такое сообщение. Мы ему начинаем с ним вести диалог. То есть мы пишем: «Чем занимаетесь в сети?» Я, то есть, поинтересовался. Не надо ему ничего предлагать, не надо ему там спам слать. Просто мы ему пишем, хотим поинтересоваться, кто он такой и чем он занимается в интернете. Дальше. Он мне пишет: «Деньги отправляю, работать под проценты». То есть, я так понимаю, он занимается инвестициями, куда-то вкладывает. Я ему пишу, что классно. Пишу, что пассивный доход – это хорошо, туда-сюда. Ну и то есть дальше суть в чем? Я ему написал, что я сейчас начал вести свой видеоблог, то, что что-то я ему еще тут писал, то, что я за не, тоже работаю в таком-то проекте. То есть я ему начал писать, чем я занимаюсь. Ну и мы начали с ним вести диалог. То есть, к чему все это я делаю? Это все делается к тому, что когда человек к нам, сейчас просто подытожу. Когда к нам человек добавляется в друзья, то мы не должны тупо его добавлять, мы должны с ним познакомиться. Почему? Завести диалог. То есть мы начинаем вести общение. Из этого общения мы можем узнать, кто такой человек, нужен ли ему бизнес, возможно, он нам что-то хочет предложить. И мы начинаем грамотно знакомиться и вести с ним диалог. Возможно, потом можно будет перейти и пообщаться в скайпе. То есть, я думаю, вы поняли цель. Это познакомиться с человеком поближе и, возможно, сделать его теплым контактом. Далее. Теперь давайте рассмотрим, как все-таки отправлять заявки людям, что мы хотим кому-то добавиться друзья. Работаем по той же самой, считай, что системе. Заходим, давайте, в сообщество в какое-нибудь, давайте найдем. Работа в интернете. Работа в интернете. Найдем сейчас первое попавшееся, вот, сообщество. Вот тут участников 70 тысяч. Давайте зайдем. Поиск по участникам. Давайте найдем, кто здесь у нас в онлайне. Давайте посмотрим. Вот тут кто-то. Вот человек, видите? Сетевой маркетинг, MLM. Вот давайте к нему на страницу зайдем. Мы определили, что ему интересен сетевой маркетинг, ну или бизнес в интернете. И посмотрим, тоже смотрим, что он возьмет в команду 5 человек туда-сюда, то есть он занимается. Мы ему отправляем заявку в друзья и пишем. Если у него личка открыта, то мы ему пишем.
Здравствуйте. То же самое, или Сергей, например, или коллега. Я вижу, пишем ему, что я вижу, вы интересуетесь заработком в интернете. Я решил вас добавить для обмена информацией. Или я вижу, вы интересуетесь заработком в интернете, я тоже, например. Видите, он меня сразу подтвердил. То есть он также подтверждает всех друзей. И мы ему пишем, допустим, здравствуйте, Сергей, я вижу, вам интересен заработок в интернете, например, так же, как и мне. Будем дружить. Вот, вот так вот. Будем дружить, все, отправляем ему. Для чего это я делаю? Опять же, если мы добавляем человека в друзья, не надо их тупо добавлять. Это то же самое, что и принимать заявки. Нужно ему написать человеку, чтобы начать вести с ним диалог. И все сводится к тому, что мы выясняем, опять же, чем он занимается, точнее, мы знакомимся с этим человеком. Я думаю, с этим понятно. Давайте вот, давайте сейчас здесь закроем. Вот, видите, человек мне уже ответил. Ладно, сейчас я... Давайте сейчас кого-нибудь еще, допустим. Вот кто-то тоже, интернет-предприниматель. Давайте вот его. Все, также смотрим. Он тут тоже бизнесом занимается. Значит, мы его добавляем в друзья и пишем также. Здравствуйте, коллега. Вижу. А вот я пишу ему, здравствуйте, коллега, вижу, вас интересует заработок так же, как и меня. Буду рад дружбе. Ну и вот в таком духе там сами придумайте, что кому написать грамотно. Все. Люди на такие сообщения отвечают, как правильно. Если же у человека личка закрыта, таким людям как бы я не советую кидать заявку, но можно написать, добавить друзья, и вот в этом поле написать то же самое, что вы напишете в личное сообщение. Просто когда заявку добавляешь друзья и пишешь вот такое же поле, например, то человек добавляет, он как бы это может не увидеть при добавлении заявки в друзья, ваше сообщение. Поэтому я это пробовал, это не особо работает. Поэтому предпочитайте добавлять тех, у кого открыта личка, и писать в личное сообщение. Потому что личное сообщение, вот, оно у него появится вот здесь, также. И он его в любом случае увидит, как не прочитает. Ему в любом случае придется его прочитать. Чем если заявка, там, когда заявка, да, вот друзья, и мы ему тут написали, вот тут вот будет, да, текст при добавлении. Человек может это просто проигнорировать, тупо просто нажимать, добавить друзья и все. Даже если она тут отобразится, у него она уже будет прочитана. Это не вот видите, человек мне, вот мы его только что добавили, я ему вот написал. Вижу, вам интересен заработок в интернете. А он мне уже пишет. Тоже приветствует меня и пишет, что он уже, видите, он уже мне нашел мой скайп и отправил мне запрос в скайп. То есть человек уже готов пообщаться по бизнесу. А я сейчас ему напишу, что сейчас запрос приму. Все, сейчас запрос приму. Я поставлю ему лайк. Все, и вот так. На этом я буду видео свое заканчивать. Я думаю, это видео вам было полезно. Приглашайте друзей и также добавляйте друзей правильным способом, чтобы был максимальный результат от ваших добавленных людей. А именно, нам нужно познакомиться с людьми, и только тогда будет результат. Да, это нудно, да, это долго, зато это приносит результат. Нежели чем быстро избавиться от заявок и тупо их всех добавить, толку от них надо... С людьми знакомиться. Возможно, в будущем, когда вы уже будете с ним опять переписываться, вы уже знакомы, вы уже с ним вели диалог, уже можно будет от этого диалога отталкиваться, о чем с ним разговаривать дальше. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Фокин Евгений. Подписывайтесь на мой канал, буду записывать дальше полезные обучающие уроки.